война в 40-х. Там насмерть дрались за свободу, за то, чтоб не было невзгоды, за то, чтоб не было войны. На минах танки подрывались, солдаты насмерть там сражались. И 18 лет свои за нас отдали жизни. То, что случилось, не забудем, и до конца мы помнить будем про подвиг тот 40-х, про тех, кого уж нет в живых.